В общем, ситуация такая. Резервный блок, который 1,5 года просто пролежал, не был подключен к кровати. Сейчас будем его вскрывать и проверять аккумуляторы, в каком они состоянии. Так, будем вскрывать и тестировать аккумуляторы. От кровати ПЕ-190 какой-то другой блок аккумуляторный. Аккумуляторы сейчас не заряженные, протестим их не заряженными, а потом зарядим и протестим после зарядки. Данные сравним. Герметичный блок. У нас получается два аккумулятора и плата. Хорошие с конденсатором. И контакты припаяны. Аккумулятор у нас на 12 вольт 1,3 ампер часа. Ну и сразу с картом протестируем. Так. Соответственно, и второй 12,9 вольта в режиме покоя, 1,3 ампер часа. Первый аккумулятор. И теперь проверяем второй аккумулятор. Второй аккумулятор 13 вольт, 1,6 емкость показывает. Сейчас перепроверим. 12,9, 1,6. Ну, теперь зарядим и проверим их снова. Аккумуляторы еще должны быть нормальными. Ну и возвращаемся после подзарядки.
отстоявшиеся аккумуляторы после подзарядки 2 часа. Проверяем. Девять, один и три, как и было. Теперь второй. Один, 31, 1,6. Ну, 13 вольт сейчас и 1,6. Можно использовать дальше.